Бывший боец Айдара, а ныне активист Хидной Варты Максим Копылов в мирной жизни предпочитает не держать при себе даже травматический пистолет, не говоря уже о боевом. Уверяет, украинцы еще морально не доросли до легализации оружия. Каждый день происходит вооруженное ограбление, перестрелки, то есть в которых зачастую иногда попадают невинные люди, совершенно случайные прохожие, дети, женщины. Ну, это неправильно. То есть я считаю, что в нашей стране больше акцента доставить не на легализацию оружия, а на усиление качества патрулирования полиции, ее качественный и количественный состав. Тем не менее, с каждым годом количество членов Всеукраинской общественной организации, Украинской ассоциации владельцев оружия растет в геометрической прогрессии, рассказывает ее член Юрий Милкин. Понятно, что в обществе всегда будут противники такие. Но легализация, самое главное, дает возможность уравнять шансы преступника и жертв. Дает возможность гражданам, законопослушным гражданам, которые не желают нарушать закон, получить достаточно эффективное средство необходимой обороны. Я говорю прежде всего о короткоствольном огнестрельном оружии. По мнению адвоката Олега Головкова, пример многих стран доказал, что легализация оружия действительно позволяет снизить уровень преступности. В США, к примеру, где приобретение и ношение оружия в большинстве штатов вполне законно, количество бытовых преступлений, краж и грабежей заметно сократилось. Но есть и другая сторона медали. Выросло количество убийств, совершенных полицейскими, поясняет юрист. Копы стали чаще применять оружие из соображений высокой вероятности его наличия у преступников. В Украине же нельзя говорить о поголовном вооружении всех слоев общества. Тут нужен грамотный подход. Мы должны с вами определить категорию населения, которую мы хотим вооружить, и должны определить категорию населения, которую мы не хотим вооружить. Можно использовать разные варианты отсекательных, скажем так, условий. Можно вводить ценз интеллектуальный, возрастной, можем вводить так называемый вплоть до имущественного ценза. Вот. Можем вводить такие отсекающие барьеры, как, скажем так, границы, как, ну, допустим, факты привлечения за насильственные преступления. Не секрет, что на местах можно получить нужный документ, будь то справка врача, сертификат или какое-то разрешение за определенное финансовое вознаграждение, объясняет адвокат. Выходит, легализация требует серьезных законодательных изменений и контроля соответствующих ведомств, исключения элемента коррупции. Впрочем, отсутствие разрешения не значит отсутствие оружия в массах. С 2014 года Украина стала европейским лидером на рынке нелегального оружия и боеприпасов, отмечают специалисты. Например, пистолет Макарова здесь можно купить за 4-5 тысяч гривен, а автомат Калашникова за 9, говорят эксперты. Если мы по оценкам Министерства внутренних дел оцениваем, скажем, рынок оружия легального до 900 стволов и то 600 тысяч владельцев этого оружия, то по оценкам зарубежных экспертов, как я говорил уже, швейцарских, других стран эксперты, они оценивают наш рынок от 1 миллиона до 6 миллионов. Если даже среднеарифметическую брать оценку, то это получается где-то около 3 миллионов неучтенных единиц оружия, огнестрельного оружия. Легализация в какой-то степени поможет решить проблему с незаконным оборотом оружия, да и зарегистрированное оружие не используется в противоправных действиях, констатируют эксперты. По официальной статистике облуправления нацполиции за прошлый год зафиксировано лишь 2 таких случая. Граждане же, так же как и эксперты, еще не определились по поводу доступного оружия. Ой, это ужасно. Просто ужасно, потому что тогда уже буквально невозможно будет выйти на улицу. Будет страшно, потому что любой нервный, там, любой какой-то может обидеться на тебя просто потому, что ты ему не понравился. Или плохо ты выглядишь, или что-то не так сказал. Я думаю, на данный момент это неуместно, потому что сейчас такая радикализация общества, все как бы... Он очень агрессивно настроенный. Это вообще-то нужный закон, но не сейчас. Нужно, мы считаем нужно. Почему? Потому что наши органы не справляются со своей работой. Значит, мы должны думать сами о себе самостоятельно. Нужно. Как-то в целях самообороны? Ну да, в целях самообороны, конечно. Петиция о легализации оружия была зарегистрирована на сайте главы государства в августе 2015-го. Всего за 10 дней она набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей. Автор документа, глава Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин, предложил закрепить в 27-й статье Конституции право каждого гражданина владеть огнестрельным оружием. Для защиты своей жизни и здоровья, жилья и собственности, жизни и здоровья других людей, конституционных прав и свобод в случае узурпации власти, посягательств на конституционный строй, суверенитет и территориальную целостность Украины, сказано в тексте.
В официальном ответе президент Порошенко сообщил, что обратился с инициативой организовать заседание рабочей группы Конституционной комиссии по правам, свободам и обязанностям на окончательного решения, но окончательного решения по этому вопросу пока так и нет. Вилен Мода, Олег Мартынюк, агентство телевидения «Новости».